А у нас в гостях представитель 1С Елена Кедровская. Елена, расскажите, пожалуйста, про ваши задачи на данной выставке. На данной выставке мы представляем компанию 1С. Я думаю, что ни для кого не секрет, что компания 1С разработала ряд программных продуктов и сервисов для автоматизации бизнес-процессов торговых предприятий. Я представляю компанию Caderline. Мы являемся официальным партнером 1С, и в рейтинге 1С реальной автоматизации занимаем первое место. Поэтому у нас за плечами есть опыт внедрения и автоматизации как небольших торговых компаний, так и комплексное проектное внедрение сложных решений и систем. Поэтому мы не понаслышке знаем о проблемах торговых компаний и предлагаем решение их задач. А какие проблемы бывают? Но, как показывает практика, основной проблемой торговых предприятий является правильное построение архитектуры информационной системы для того, чтобы обеспечить правильные потоки данных. Мы предлагаем в этом случае разделять бэк-офис и фронт-офис. По такому пути пошли многие наши заказчики, такие как Литуаль, Простор, Четыре лапы и другие. Это позволило им избежать коллизии данных и получать прозрачную управленческую отчетность, что, мне кажется, для эффективного построения бизнеса является важным моментом. Поэтому нам доверяют свой бизнес, и для нас это очень важно. А на выставке удалось еще раз напомнить о решениях 1С и получить какую-то обратную связь о проблемах, задачах бизнеса. И это очень важно для нас. Спасибо организаторам, спасибо за внимание. Спасибо, Елена.